Я хотел бы поблагодарить то, что вот у нас в республике есть такие неравнодушные люди, которые помогают тем. Рустам Миниханов пообщался с представителями республиканского движения «Ярдам Янаше. Помощь рядом». 7 районов Татарстана вышли на связь через онлайн-платформу Zoom. Общественники рассказали о своей работе в рамках движения. Участие во встрече приняли и представители Альметьевского района. За месяц в ряды волонтеров вступили 1000 альметьевцев. В их числе руководители крупных предприятий, бизнесмены, волонтеры, благотворители и просто неравнодушные граждане. Основным направлением работы стала доставка продуктовых наборов нуждающимся. Получателями стали более 2000 семей. Большинство, свыше 1000, это семьи с низким доходом, где воспитываются дети от 8 лет. Остальные – пожилые, семьи опекунов и семьи предпринимателей, чей бизнес пострадал от пандемии. В списке также 59 семей, находящихся в социально опасном положении, и 12 семей, не получающие алименты. За май передали продуктовые коробки 2 раза. В июне нуждающиеся семьи получат наборы еще 2 раза. Также 10 дней назад началась акция по бесплатной раздаче масок и перчаток. Она проходила в 8 точках города. Волонтеры раздали около 16 тысяч многоразовых масок и 17 500 одноразовых перчаток. 26 мая предприниматели запустили акцию по раздаче одежды малоимущим. За 3 дня ее получили 386 человек. Оказана помощь на сумму в 163 тысячи рублей. Также 9 бизнесменов дополнительно предоставили 208 продуктовых коробок для нуждающихся. Я хотел бы поблагодарить всех волонтеров города Альметьевска, которые работали все эти дни и оказывали помощь. Вот. Ну, штаб наш работает, горячая линия работает, наш телефон 260101. Если есть какая-то горячая информация, кому-то нужно оказывать помощь, у кого-то имеется информация об одиноких людях, которые не получили помощь, просьба сообщить. Лисан Авзалова, Ишат Бахтиев, Альметьевск ТВ.